были брат и сестра. Матерью их была высокопородная овчарка, не раз получавшая призы на выставках служебных собак. По Мете было 7 щенков. Куда разошлись 5 из них, я не знаю. Возможно, попали они в руки профессиональных собаководов, которые внимательно следят за потомством породистых собак и ведут отбор их для использования в качестве служебных. А вот жизнь 2 из них прошла на моих глазах, потому что приняли их в свои семьи знакомые мне люди. Впрочем, принятым в семью в прямом смысле слова оказался только брат, которому дали имя Тархан, и всю свою жизнь он прожил в благоустроенной квартире, обожаемой хозяевами, которые перенесли на него всю свою любовь к единственному сыну, рано ушедшему из жизни. Хозяева Тархана были людьми состоятельными, и питался Тархан отменно. В его меню входили сырокопченые колбасы, красная рыба, буженина и прочие мясные деликатесы. Не всегда, может быть, правильным было это питание, но как не побаловать своего любимца? И когда он, наевшись, блаженно похрустывал куриными лапками, хозяева были счастливы. Живя в тепле, в довольстве, в добре, ем и пью на серебре, как говаривал когда-то Жужу из басни Крылова, ведя малоподвижный образ жизни, Тархан вырос в огромного добродушного пса. Нельзя сказать, что он растолстел от такой сытой жизни. Гены породной наследственности сохраняли и поддерживали экстерьер Тархана, и он всегда был красивой собакой. Тархан скучал. Непродолжительные 2 раза в день прогулки на поводке пенсионеров отучили его бегать. В первые годы, когда он был молод, и собачьи инстинкты его были сильны, он бросался к встречным собакам, и хозяйка, не удержавшись на ногах от его сильного рывка, падала на скользкий от льда асфальт и 2 раза ломала себе руку. При этом ни обиды, ни тем более зла к своему любимцу она не питала, а, держа загипсованную руку перед носом виновника, ласково выговаривала ему переполнявшее ее чувство любви, нежности и даже гордости, что он у нее, у бяка-закаляка, такой большой и сильный. Что до хозяина, так он души не чаял в своем воспитаннике. На фотографиях он всегда задвигал себя на 2-й план, а на 1-м, на полкорпуса впереди, всегда красовался Тархан. Подчиняясь размеренному и неторопливому ритму жизни своих хозяев, он слонялся между 2 комнатами и кухней, бесшумно ступая по мягким коврам в комнатах и едва слышно стучал когтями по линолеуму в коридоре и на кухне. Сделав несколько кругов, он забирался на диван или в кресло, клал голову на лапы, глубоко вздыхал и закрывал глаза. Звонок домофона был для Тархана великой радостью. Как только динамик домофона начинал курлыкать, он вскакивал с дивана и от переполнявшего его чувства радости начинал лаять. Весь подъезд дома заполнялся его лаем до тех пор, пока гость не поднимался на 3-й этаж и не успокаивал собаку. Радость Тархана была не беспричинной. Чаще всего он становился главным предметом разговора, и Тархан чувствовал это. Обсуждались его громадный рост, красота и, в особенности, его необыкновенный ум. Если после 2-3 рюмок на кухне разговор переходил на постороннюю тему, Тархан молча уходил в комнату и возвращался оттуда, неся в зубах очки хозяина,
чем вызывал бурный всплеск его эмоций. «Ай, молодец! Ай, умница! Ну, на вот тебе!» После чего Тархан получал кусочек буженины, свиного бока или копченой колбасы. Посидев некоторое время, он уходил и снова возвращался, теперь уже с полотенцем в зубах. Получив положенное вознаграждение, он продолжал проявлять свои умственные способности, принося поочередно тапочки и шапочку хозяина. Когда возраст Тархана приблизился к старческому, мышцы ног его настолько атрофировались, что перестали держать его огромное тело. И когда он не мог уже подняться на третий этаж в свою квартиру, со слезами на глазах хозяева усыпили его в ветеринарной больнице. Но глаза Тархана продолжают смотреть с многочисленных фотографий, которому увешаны стены хозяев квартиры. Похоронили они Тархана недалеко от своей дачи на живописном берегу реки и на могилу положили огромную мраморную глыбу. Совсем иной оказалась судьба сестры Тархана. Получила она кличку Веста и прописали ее в собачьей конуре во дворе частного дома, который она с цепью на шее и должна была охранять. Кормилась Веста с хозяйского стола остатками супа с размоченными в нем засохшим хлебом и кашами, в которых попадались кусочки мяса. Зимние морозы она переносила легко, благодаря густой шерсти и закалке, которую получила с детства, живя на улице. На прогулку ее не выводили, за город на машине не вывозили, даже в дом не пускали, так что она и не знала, что она там охраняет. Если принесли ее в дом когда-то маленьким щенком, она давно забыла, как там было в доме. Какие собачьи сны могли сниться ей в конуре в долгие зимние ночи, когда так мала была впечатлениями ее жизнь? Весной она готовилась к летней жаре и очень любила, когда хозяин расческой вычесывал ее линяющую шерсть. Ощущения, которые она испытывала при этом, были, должно быть, высшим блаженством для Весты. В возрасте 12 лет на морде Весты под глазом появилась какая-то язвочка, которая незаметно разрасталась в размере и вроде бы на самочувствии и поведении собаки внешне не отражалась. Но однажды утром, выйдя из дома с чашкой еды для Весты, хозяин нашел ее мертвой. Так на цепи и прожила свой собачий век Веста, дочь родителей высокого происхождения. Такой сложилась ее судьба. Два молодых соседа хозяина согласились похоронить Весту в лесу. Они положили ее в багажник машины, увезли в лес, там, раскачав за лапы, забросили в середину мусорной кучи и уехали.